Здравствуйте, любители моды и фанаты Дикого Запада. На прошлой неделе наш клан Готика проводил турнир под названием «Банда Нью Ганновера». Целью турнира было противоборство четырех команд с применением оружия ближнего боя и захват территорий в штате Нью Ганновер. По задумке организаторов, у каждой банды должен быть свой уникальный стиль в одежде. Наши участники проявили свою фантазию и сделали для своих банд уникальные костюмы, которые мы и решили показать вам в этом ролике. Вашему вниманию будут представлены две банды – банда мясника Билла и банда ирландцев. Мы покажем три варианта костюмов – два мужских и один женский – для каждой банды. Начнем с банды мясника Билла. Мясники по оригинальной задумке должны были иметь один общий элемент в одежде – это цилиндр. Получившийся образ напомнил нам мотивы стимпанка и викторианской эпохи. Первый вариант костюма банды мясника Билла вышел вот таким. Маленький цилиндр, он будет у всех членов банды. Очки воздухоплавателя придают элемент стимпанка. Бандана с узором. Какая банда без возможности закрывать лицо банданой? Пальто Дарем. Шикарно смотрится в этом костюме. Белая французская рубашка, как у истинного аристократа викторианской эпохи. Перчатки без промаха. Все-таки бандиты иногда и стреляют. К костюму подойдут кожаные штаны. В данном случае это штаны Мартиндейл. Оружейный пояс Вебстер и вторая кобура Вебстер соответственно. С большим количеством мелких деталей наиболее подходит данному образу. Армейские получапсы как дополнительная деталь. И сапоги Комсток, которые отлично смотрятся, и хорошая отсылка к игре в стиле стимпанк. Угадайте, какая, и напишите в комментариях. Второй вариант отличается от первого, но не по образу, а по вещам. И вот какие вещи были использованы. Конечно же, маленький цилиндр, очки воздухоплавателя и бандана с узором. Однако в данном костюме используется черный кожаный пылевик в сочетании с роскошным жилетом, темной французской рубашкой и кожаными штанами бандита. Те же перчатки без промаха, оружейный пояс Вебстер с пряжкой путешественник, армейские получапсы и сапоги Комсток с использованием шпор Вакера. Костюм для женского персонажа имеет довольно мало общего с мужскими. Он был составлен из следующих вещей. Из общих деталей это, конечно же, маленький цилиндр, очки воздухоплавателя, бандана с узором, перчатки без промаха, оружейный пояс и вторая кобура Вебстер. Основной костюм состоит из блузы с рюшами черного цвета. Ее можно получить только если вы приобретете костюм Дунай, который был добавлен в игру совсем недавно. Корсет Испел, юбка Гилтаун, сапоги Хэтэуэй и на спине двойной патронтаж Салица. Теперь приступим к образу банды ирландцев. При составлении костюмов были использованы цвета, которые ассоциируются с Ирландией. На этот раз все три костюма практически идентичны, как и для мужского, так и для женского персонажа. Отличие только в некоторых деталях. Итак, разберем основу костюма. На голове кепка Чамли зеленого цвета. Повседневная верхняя рубашка зеленого цвета в клетку. Заправлена в клепанные штаны темного цвета, опять же в клетку. И на ногах поношенные ковбойские сапоги черного цвета. В качестве стильных аксессуаров подойдут хорошие кожаные подтяжки и перчатки стрелка. Оружейный пояс может быть любой. В данном случае мы выбрали оружейный пояс и вторую кобуру из серии Deadwood. Второй вариант мужского персонажа отличается лишь поношенной кепкой черного цвета и отсутствием перчаток. Общий список одежды для второго варианта такой. Поношенная кепка, повседневная верхняя рубашка зеленая в клетку, клепанные штаны, хорошие кожаные подтяжки, поношенные ковбойские сапоги
и оружейный пояс агента. Костюм для женского персонажа практически идентичен второму варианту мужского костюма, однако здесь была использована блуза Уинфорд. Воротник должен быть расстегнут, рукава закатаны, а штаны надеты поверх сапог. И на этом все. Большое спасибо за внимание. Всего вам хорошего, удачной недели и до скорой встречи на следующем модном приговоре. Что это было? Это ржет, блин. Ты несколько раз упал. Никакой беззаболов, да хуя, блин. Классикер. Пизда вам, Питер, пизда вам. Бля, не могу понять, ты кто? Вовка? Нет, это прочитаю. Как его? Дэви. Дэвид. Дэвид. Дэви. Да ты? Дэвид Талас. Еще раз спрошу, хуй вы говоришь, да? Тебя хуй вы говоришь, блядь. Хуй вы говоришь. Тебя мама, по-моему, блядь, не с той стороны родила. Головой соображаешь, как ты не писал. Так ты и живи, кому заразу. We're sorry, the number you have dialed is not in service at this time. Да почему он? Мы уже в от первого лица он. Каиба, да? Да. Да? Тебя ждем. Че? Ты вот. Это бесконечная. Кровь. О, блядь! О, блядь, чуебал! А ты какую музыку любишь, Пеппа? Я люблю эту! Она ужасно взрослая! А чё, есть, Питер? Ты будь добр. А чё, Питер? Очкой, Питер. Ты будь добр. Очкой, Питер. Очкой, Питер. Очкой, Питер. Очкой, Питер.